тем, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения, не согласились бы участники автопробега, прошедшего в минувшие выходные. Процессия железных коней премиум-класса с флагами Казахстана стартовала с площади Астана. Объехав город по главным улицам до стыка Аль-Фараби, Саина и Рускулова, пробег завершился около торгового центра, где состоялся автомобильный фестиваль. Всего такое событие, приуроченное к 18-летию Конституции Республики, приехало поддержать около 100 алматинцев. Здесь можно пообщаться с людьми, посмотреть на машины, ну и как бы отдохнуть с друзьями. Само торжество продлилось до глубокой ночи, нарушая спокойствие вечера, рева мотора и едким запахом жженой резины. Организаторы пообещали, что такое мероприятие не будет единичным, и уже вскоре соберут любителей на новый автомобильный праздник. Ринат Исхаков, Жусуп Даулетов, телеканал Алматы.